особенно 15 минут, и владеет мячом, и подходит штрафным, и придумывает комбинации. Но Реал не теряет самообладание. Реал остается командой, которая вышла играть на равных. И может быть даже побеждать. Да, это на самом деле это потрясающе, потому что уже никто не верил в тренера Солари. Все ждали, когда придет Мауриньо. Когда вернется, я не знаю, там еще кто. Но получилось вот все то, что мы видим. Малком с мячом. Он на фланге. И сам продолжает движение. Мауриньо. Какая красота. Суарес. Удар в дальний угол. Тащит Лео Мауриньо. Не слишком сильно пробил Суарес. Хотя он понимал, еще мгновение и уже не дадут нанести удар. Но как сыграл Малком в штрафной рядом. Здесь он слегка отпускает мяч. Опять у них дуэль с Винисиусом. Идеальная передача. Верхом не достал бы Навас. Даже Навас. Подача. И здесь был Рамос, но здесь же был и Карвахаль, который за ним, такое ощущение, что пришел туда. Малком против него Марсело. Он подает, хотя и было сложно. И здесь не успевает Коутиньо мячу. Коутиньо не успел. Ракетича оттеснили, но продолжает строить игру Малком. И действительно, за какие-то 20 минут он превратился в звезду, в центральную фигуру матча. Повтор сложного эпизода для судей. В штрафной ли там мяч от головы одного игрока, который попал в руку другому. А это уже повтор великолепного полета для старикации. А вы покажите сейчас Тибо Куртуа, Мисс, и мы увидим еще.